Золотые руки ангела приглашают волонтеров. Это всероссийская общественная организация, которая занимается пошивом носилок и других изделий для нужд армии. В частности, тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации. Ангарский филиал начал работать 3 недели назад. За это время волонтеры изготовили около 100 тактических сидушек. На днях их передали в Ангарский полк оперативного назначения. Сейчас общественники намерены усилить темпы работы. Нам требуются, в общем-то, люди с хотя бы с небольшим опытом работы на домашних швейных машинках. То есть потом нам требуются люди, которые умеют работать с металлом, потому что мы планируем изготовление саперных кошек, печек окопных для передовой. Также требуются автоволонтеры, потому что возникает потребность привезти груз из Иркутска, то есть получить товар в Ангарске, что-то перевезти, материал там. Оказать помощь фронту можно и без опыта работы. Желающие поддержать деятельность организации «Золотые руки ангела» могут обращаться в Ангарское отделение ДСАФ.